В составе проекта plov.pro. Савош Маркади, вот он и есть. А, вот это вот, да? Да. Можно поснимать? Да. О! Полет, помнишь, было? Кафе, полет было. Я вспомнил. Сейчас вот это вот стекло, это Турхана. Ну, в смысле, мы тоже плов делают. А, здесь и Турхана, и этот сам. Или это отдельный? Вот это я не знаю, как они там, какое они отношение к ним. Наверное. Они бы, наверное, не разрешили, если бы там свои. Ну да, и, скорее всего, это одна контора, да. Это немножко в глубине, и потом, ну, больше для церемоний. А тут такой ежедневный. Ежедневный. Ты видел, да, вот срочки, это такие маленькие тандырчики. Классно придумано. Слушай, да, портативный, да? Это из бочки они делают? Я так понял, да? Это 200-литровая бочка это. Вообще такая погода, на улице надо, да, сидеть? Ну, да. Оказывается, они там 24/7. А вот это место, ну, не 24, они последний пол делают в 11 вечера. В 11? Да. Ничего себе. И как бы долго это, ну, чуть ли до раннего утра иногда хватает. Ого. Ну, правильно, ночью уже мало кто кушает так прямо уж, ну, да, в охотку. А вот шашлычник до двух работает. До двух? Да. Ничего себе. Ну, а самса 24/7? Да. Надо загадку загадать. Я обещал в этом выпуске, да? Чтобы загадка была. Чай был сакери, зеленый такой или черный? Зеленый, черный. Мне все равно, какой ты будешь, такой я буду. Вообще, ролик с лепешкой, преломление. 6000 просмотров собрал. Да, такие они эти дружелюбные, так вообще откликнулись. Особенно вот этот, кто самсу делает, он вообще просто меня потряс. Он, оказывается, везде работал, где только можно. Он, да, листал и что-то там узнавал, да? Да. Он сразу, это вот этот обзор, это. А я здесь работал. Не, надо, я не знаю, как-то эту загадку озвучить. Можно этой девушке загадать. Можно какому-то посетителю, можно ашпазом загадать. Надо ее придумать тоже? Или она существует? Когда семеро вместе соберутся, пятеро вместе сойдутся. Ну, ты отгадку знаешь. Ну, да. Откуда ты знаешь эту загадку? Я телевизор смотрю. Это что, где, когда? Да. Сестренка выиграл приз. Тогда. Я смотрел. А ты смотрел? Как? Твоя сестренка? Да. 2013 год. Вообще сложный, конечно. Сложная загадка. Я говорю, куда ты делала? Помню, поехала отдыхать за эти деньги, да. Не, ну правильно, что деньги должны радость приносить. Нераскрашенная керамика тоже интересно. Это керамика? Да. Мне показалось. Вообще, да. Да, керамика. Налимака, давай, преломляй. Достаточно пока. И вот так вот. Ой, я не записал. Да?
Не нажал, что ли? Склеить надо обратно. Можно АСМР сделать. А серединка хрустит? Ну-ка. Не особо. Серединка. Хрустит. Слушай, такое тут много плова. Ну, да, кстати. Классика Ташкента. Что тебе нужно? Изюм, морковочка, мясо мягкое. Все. Да, слушай, ну и рис выглядит очень даже неплохо. Вот он близок к тому, который на мероприятиях подают. Угу, угу. Такой бодренький. Он, ты заметил, на мероприятиях тоже его плоско так раскладывают. Вот он также здесь. Алимака, ты проникся процессом. Когда спросил, что какой чай красивее. Ташкент пришла осень, и уже теперь соленый салат пошел в охотку. Да, слушай, кстати. Ну, в общем, неплохое место такое вот. Уютненькое. Мне такое впечатление, знаешь, что сюда можно приходить просто вот так вечером посидеть. Да, культурно. Хрустящая серединка. Пробуй. Я какое-то время ел плов с лепешкой. Когда учился Ташгу. Угу. И военка. Да, да, да. Всегда голодные. Да. Там на физфаке хоть у вас столовка была, там какой-то выбор. Да. А на военке мы тоже только плов ели. Ну, там через дорогу перейдешь, где общаги, да. Там плов делали. Да, а опаздывать-то нельзя было. Да, и нужно было быстрее покушать, ни в коем случае не опоздать, и сытно наесться. Потому что целый день. Там после обеда, может быть, строевая, там или еще что-то. Но я помню, что хотелось наесться именно. Да, да. Вот, и поэтому тогда, я вот тогда плов с лепешкой перебрал. Сейчас уже вот у меня после того, как закончилась военка, я уже плов с лепешкой не ем. Вполне, вполне, слушай, мне очень да. зашло. Да. Он, ты знаешь, он еще такой легенький. Я бы не знаю, я бы, может быть, маслица еще попросил бы так. Рис очень легкий, видно прям, он прям порхает. Ну, то есть это место, видимо, известное. Раз они так регулярно и в неурочное время готовят. Вот именно ташкентский плов хорошо есть с ачичуком. Чтобы он чуть-чуть подмок в ложке. Соглашусь. Он самый такой вот рис ненасыщенный. Да, да. В других пловах там как чем-то он. Не, он наполнен. Более жирный. Да. Поэтому не впитывает ничего больше, кроме вот этого масла. А в ташкентском он чуть-чуть подмокает. Да, он готов принять чуть-чуть. Да, он готов еще что-то принять. Потом еще, скорее всего, наверное, ассоциации с домашним пловом. Потому что у нас большей частью как бы ташкентский готовят дома. Нет, приятное место. У них вот нет таких пловных всяких заморочек. У них нету, например, там, ну, гуроб, анзор, это вообще, это как бы чисто пловные места должны быть такие. А у них вот два салата, все. Очень лаконично. Очень лаконично все. То есть у них нету допов никаких. Угу. Козы там. Кстати. Бывают козы, карта. И твоих любимых перепелиных. Перепелиные яйца, да. Ну нет, у них все по-простому. Но несмотря на это, у них классный плов. Вообще разговор не. Я так понял, здесь вот дофига всего. Самсы только 8 видов. Шашлыка 6 видов. Мостова, шурпа из первого. И 3 плова. Ну, они 2, предположим, готовят. Может быть, они просто чередуют их, скорее всего. Ребята, можно вас побеспокоить? Эта загадка, она в Чито где когда была. Ну, моя сестренка ее загадала и выигралась. И вот загадка такая, значит, если 7 вместе соберутся, то и 5 вместе сойдутся. Это узбекская загадка. Вместе соберутся. Если старые, вот насчет 7, я не уверен, но насчет 5.
учетом того, что поедание плова это процесс сухой, если это с этим как-то связано, то... Ну, пятеро рукой плов едят, да, конечно, вот, пятеро. Да. А вот насчет симры? Вы же уже угадали загадку. Ну, это я понял, но это рука. Насчет пяти, пять пальцев. Насчет семерых, если к этому складывать, то, как сказали, рот и, не знаю, там это. Давайте посмотрим, из чего плов состоит. Мясо, рис, морковь, лук, масло. Что там? Вода. Вода. Соль. Соль. И соль, да. Также, не, ну по крайней мере человек, он уже сразу пошел по правильному пути. Он уже насчет вот руки, что пять пальцев вместе плов едят пятью пальцами.